Добрый день, друзья! Приветствую вас на моей кухне. Сегодня я буду печь хлеб. Хлеб будет особенный с цукини. Вот такого вот у меня размера. Все нужно обчистить, убрать семена, порезать на кубики. Готовить тесто я буду в термомиксе. Он мой помощник, как всегда, чтобы замесить тесто. Итак, нам понадобится 700 граммов муки, 160 миллиграмм воды. Так, это у нас ростцвибель, 2 столовые ложки, 20 граммов нужно будет дрожжей, также 1,5 ложечки сахара и 1,5 ложечки соли. Также для чашки я возьму немного масла, чтобы тесто мое не прилипало к ней. Будет подниматься. Итак, приступим. И вот в такой вот кастрюле толстой я буду так, нарезала я на кубики, хлеб. Отправляем в термомикс. Открываю крышку. И закидываем цукини. Итак, 350 граммов цукини я закинула в термомикс. Теперь накрываем крышку. Так, ставим термомикс на 4 секунды. И скорость у нас будет 5-6. Сейчас покажу. Так, стягиваем цукини вниз. Вот так вот. Угу. Так, закидываем в термомикс дрожжи свежие, 20 граммов. Так. Берем стакан 160 миллиграммов воды, вливаем в термомикс. Сахар. Накрываем крышку. Маленькую тоже. Ставим термомикс на 2 минуты. Так, 37 градусов. И скорость у нас будет 2. Так, открываем крышку, смотрим. Так, хорошо. Теперь отправляем 2 чайные ложки соли. Две столовые ложки вот этот вот лук. Также 700 грамм муки. Мука вот просеяна у меня уже заранее. Итак, муку закинула. Закрываем крышку. Ставим термомикс на 3 минуты. И замешивание теста ключ нажимаем. Так. Нажимаем. Ждем, пока замесится тесто. Крышку. Смотрим. Видите, какое тесто получилось. Теперь приготовим чашку, смажем ее маслом. Вот.
После того, как обмазала всю чашу маслом, теперь перекладываем тесто. Видите, липкое какое. Итак, переклала тесто. И теперь даем мы тесту ровно час подниматься. Накрываем целлофаном, а потом полотенечком или что у вас есть. И ровно час подниматься нужно ему. В теплое место. Пока у нас тесто поднимается, я уже приготовила нам вот так вот клала пергаментную бумагу. Уже приготовила все. Так, проверяем наше тесто, что должно подняться. Уже прошло ровно час. Да, не поднялось. Очень хорошо поднялось. Формируем булку. Сейчас. Тесто очень мягкое, хорошее такое. Теперь выкладываем ее. Вот так вот оно выглядит. Теперь закрываем крышечку нашу и отправляем в духовочку на 240 температура. И ровно час будет наш хлеб уже готов. Я его вытаскиваю. Сейчас подождите. Вот такой вот красивый хлебушек у нас получился. Хрустящий. Сейчас вытащу его прям с этой кастрюли. Убираем теперь бумагу. Еще горячий. Очень хороший. Итак, хлебушек мой остыл. Теперь я буду надрезать. Попробую. Вот такой вот хлебушек у нас получился. Вот, смотрите. Он мягкий, воздушный и очень такой вот сейчас вот он хрустящий. Красота. Всем приятного аппетита и нам также. Пока-пока.